Что у нас происходит в Выборге? Знаете, все там зима еще такая активная. И, в общем-то, шагаем по России дальше в этой конференции. Но, тем не менее, у нас сегодня еще по плану Калининград, Нью-Йорк, Кривой Рог. Так что мы продолжаем собирать регрессологов с большой земли. И у нас в прямом эфире у нас появилась, я вижу, Екатерина Карво. Сейчас, Екатерина, если вы у нас на связи, прошу. Доброго дня всем. Да. И очень, у вас очень интересная конференция. Мне очень понравился тот материал, который я услышала. Меня заинтересовало много, что здесь. Так что очень благодарю вас за организацию такого замечательного мероприятия. Очень рад слышать, что это полезно, и вы украсили конференцию своим вкладом, развернули как астрология дополнение к регрессионному исследованию, привели пример. Честно говоря, это действительно интересно, насколько это коррелирует, насколько это часто коррелирует, и вам, как регрессологу, позволяет сделать, ну, более эффектной практическую деятельность. Вот расскажите, пожалуйста, как вы не то что дошли до этого, как вы начали это применять в своей деятельности? Вот. К сожалению, связь какая-то крайне неустойчивая. Сейчас мы попробуем вернуться в эфир. Вроде бы все было замечательно, но вот не идет картинка. Ждем пока. У нас Екатерина вернется на связь, вроде бы на связи. Екатерина, вам слово, вопрос. Так, значит, по поводу того, как я дошла до такой жизни, ну, как обычно, да, то есть ничего такого сверхвспышечного, а просто я занималась астрологией, я наткнулась на книги Татьяны, и ей... Я выражала всегда огромную благодарность за ее материал и за ее подачу, потому что она действительно очень сформировала ту систему, которая, в общем-то, мне нужна была для того, чтобы исследовать подсознание человека. И, конечно, это огромнейший вклад в то, что я вижу теперь в натальной карте. Да, то есть это не просто сухие энергии, ну как, энергии не могут быть сухими, это, скажем так, некие актеры, которые разыгрывают определенные сценарии, и это все идет в красках. То есть я попыталась это объяснить кратко, потому что если будем объяснять это очень объемно, то я боюсь, что нам не хватит и дня. Вот. Но тем не менее, эта информация, которую я доставала из каждого человека, она... Ну, как вы видите, она очень красочно мне рассказывала, где таятся вот эти крючки, какие ситуации могут стать ключевыми для того, чтобы эти крючки, в общем-то, убрать вот эти заряды с этих крючков. Вот. И, конечно, безусловно, астрология – это не это сухая информация, но, говоря человеческим языком, мы все эмоциональные. И, конечно, только эмоции дают нам определенные как бы, заряды. Да? И то, что я видела, и то, что я вижу в натальной карте каждый день, конечно, это безусловно, берет именно в эмоциях начало. Вот. А у человека с его определенной системой жизни, которая вложена в эту натальную карту, конечно, много зацепок, безусловно. Поэтому эти зацепки очень интересно вытаскивать именно регрессионным погружением и вот этой картиной. Ага. Да, у меня вопрос к Екатерине. Дело в том, что вот у меня во время обучения приходит много людей с астрологическим, скажем так, багажом. Да, то есть те, кто уже обучался астрологии и являются в этой сфере специалистами. И они тоже всегда очень заинтересованно пытаются сложить вот эти два наших больших компонента для того, чтобы выстроить эту систему. Но с прошлым как бы более-менее понятно. Понятно все, как, что как коррелирует. Но у нас часто поднимается такой
вопрос. К астрологам чисто люди же приходят зачастую спросить, а что их ждет, да, какое будущее ближайшее там разложено у них по положению звезд. А вот можно ли эту, скажем так, сферу, то есть прогрессию, сочетать с астрологией? Астрология вообще инструмент будущего, ну, как бы формирования, то есть получается, что заложенные национальные, да, она закладывает события, которые, в общем-то, видны в натальной карте. В натальной карте все видно, что есть, какие энергии преобладают, но всегда есть выбор. То есть самый главный инструмент, который обладает человек, это выбор. И какой сделает выбор человек в том или ином зарядном состоянии, оно формирует события на 40 дней вперед. Это данность уже, да, то есть вот с этого момента у нас 40 дней событий, а далее может 70% вероятности, что будет так, и 30%, что иначе. Это зависит от человеческого выбора и, опять же, да, тех программ, которые чужеродных, которые были заложены при рождении, либо впрочем остаются, либо в перинатальном периоде, либо в момент рождения. Это те ключевые моменты, которые являются, скажем, для человека очень опасными. Почему? Потому что именно в эти моменты закладываются чужеродные программы. И они меняют события человеческой жизни в корне. И астролог иногда видит только чистую карту, да, та, которая без программ. Но учитывая, что в каждом человеке, вот я уже столько человек обработала именно вот в понимании того, что заключается в самом человеке, в каждом человеке есть те программы, которые деструктивно влияют на его жизнь. И когда и избавляется от этих программ, вот тогда астролог может сказать с 70% вероятностью, что случится. Вот так. Супер. Спасибо большое за исчерпывающий ответ. Я думаю, те, кто интересовался, они тоже получили здесь нужную информацию. Очень интересная тема. И дополняет я думаю, нас Ирина Никитина. Я думаю, это отдельная тема. Вообще, хорошо бы мастер-класс на эту тему провести. Это я уже Екатерине советую, если вы вдруг все-таки решитесь. Потому что тут действительно важен опыт вас как регрессолога и понимающего регрессолога. Вот в той сфере, которую вы избрали, в том спектре астрологии, как дополнение к регрессионному исследованию. Поэтому мы благодарим вас за участие в эфире, Екатерина. Будем рады слышать ваши достижения, ваши открытия. Спасибо, что присоединились сегодня к эфиру. Спасибо огромное вам. Очень благодарна за ваши такие вот интересные мероприятия. Спасибо. Да, будем продолжать.